Привет, друзья! С вами Владимир Коваленко, он же мастер кладки. В одном из предыдущих видеоуроков я показал вам, как делается примыкание двух стен кирпич, а сегодня я вам покажу, как делается перекрестие двух стен кирпич. Ну и, собственно, не будем тянуть кота за хвост, а перейдем сразу к делу. Поехали! Итак, друзья, для закладки нашего перекрестия двух стен в кирпич, что нам понадобится? Нам понадобится только целый кирпич, только целый кирпич, никаких чекушек, трех четверок, половинок здесь нам не надо. Ну, естественно, мастерок и, собственно, сам раствор. Ну и все, поехали. Допустим, давайте разберем ситуацию, что мы сделали разметку, узнали, где будет перекрестие наших двух стен, вот наши оси. Ну и, соответственно, теперь нам нужно и заложить это перекрестие. Поехали. Итак, ребята, раскладываем растворчик. Смотрите, вот метка, видно, да? Смотрите, сейчас я пока не буду линию забивать раствором. Чтобы вам сориентироваться, вот, отступайте приблизительно от оси пол кирпича, вот. По центру берете, закладываете. Ну, здесь уже потом поточнее. Я сейчас не буду слишком точно. И что дальше делаем? Дальше мы делаем вот такое смещение на четверть кирпича. Смотрите. Вот у нас линия как раз идет, пересечение. То есть здесь идет по оси. Здесь мы никак не ошибемся, так как у нас идет все по центру. О! Между нашими двумя ложками идет наша ось. Здесь смещение идет на четверть кирпича. Идем дальше. Вот так вот. И вот так вот мы лишний раствор мы убираем. И здесь также мы закладываем наш, ну, естественно, швы забиваем. Естественно, швы хорошо забиваем. Вот так вот. Весь лишний раствор мы уберем. Он нам здесь абсолютно не нужен. Вот. Ну и давайте здесь еще для наглядности два кирпича уложим. Вот так вот. Что дальше делаем? Дальше у нас идет. Сейчас я вам покажу, ребята, сразу схематически. Смотрите. Давайте еще вот здесь один все-таки я положу, наверное, чтобы вам уже было предельно четко понятно и ясно все. О. Смотрите, схематически давайте сразу положу, а потом, собственно, будем опять же идем смещение на четверть кирпича. Вот, смотрите, раз, смотрите, два, вот у нас идет перекрестие наших швов, три. И здесь, смотрите, идет отличная перевязка везде. Смотрите. И здесь, опять же, вы идете тычком. У вас шов как раз посередине тычка. Все. Соответственно, сюда уже дальше пошли. Вот так вот.
Давайте теперь все это дело мы заложим на практике, да? Как оно у нас будет выглядеть. Вот так, смотрите. Заложили. Заложили. Я сюда уже не буду выпускать дальше. То есть принцип будет понятен вам. Именно закладки самого перекрестия двух стен в кирпич. То есть смещение на чекушку. Вот так вот. Забиваем швы хорошо. И сюда давайте еще один тычок положим. Во. Все, таким образом у нас получается отличная перевязка. Что дальше? Дальше идем таким же образом. Смотрите. Заложили. Здесь вы уже ориентируетесь. Вот здесь вот смещение на четверть. Вот так вот. Здесь уже пошли. Вот так вот. Вот смотрите, у вас, опять же, у меня, видите, первый ряд и третий ряд у меня встретились здесь. Все. И здесь вы уже нигде не загуляете. О. И все. Ну и давайте сюда последний положу тычок. Вот так вот. Ну вот так вот, чтобы уже... Давайте, чтобы уже вот так вот... И смотрите, идет смещение у нас, и как раз по центру получается вот здесь, вот вы видите, то есть отличная перевязка. Все, я сильно не буду здесь сейчас вырисовывать. Все, и дальше идем таким же образом. Вот так вот. Здесь пошел у нас дальше тычок, продлевается. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Все. Ну и дальше, соответственно, уже здесь у нас пойдет вот так тычок. Во. Итак, друзья, мы прошли угловую тему в один кирпич практически полностью. Я показал уже, как заводить угол в кирпич по однорядной системе перевязки, как заводить угол в кирпич по многорядной системе перевязки, примыкание двух стен в кирпич. И сегодня мы разобрали, как делать пересечение двух стен в кирпич. Сегодня я вам показал свой любимый способ пересечения двух стен в кирпич. Если кто-то работает другим способом, пожалуйста. Может быть, в будущем я вам покажу еще несколько способов пересечения в кирпич. А на сегодня у меня все. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был Владимир Коваленко, он же мастер кладки. Я желаю вам всем удачи и хорошего настроения. Пока!